Ну вот про МВФ ты как раз спросил. Недавно встреча закончилась в Вене. Я, кстати, знаю, что там и руководство налоговой, кстати говоря, также присутствовало. Мне рассказывали мои собеседники о том, что руководство налоговой привезли вот эти вот условия МВФ по поводу в том числе и повышения и ставок, вот этих вот и для ФОПов, и проверки, и РРО, и так далее, и так далее. Как тебе, кстати говоря, вот требования МВФ? Это мы сами МВФ предлагаем условия. То есть мы сами МВФ говорим, вот это, пожалуйста, смотрите, мы делаем вот так, вот это так, вот это так. Вы согласны? МВФ машет головой, говорит да. То есть это я получил с первого источника, говорит, так вы же сами предлагаете условия, и мы соглашаемся, такие, как ну, вы хотите. Понимаешь, да? Вот если бы ты сегодня работал и я в экономическом блоке, мы бы с МВФ вели бы переговоры, и мы бы предлагали условно, да, там снижение там налогов, более там либеральная налоговая реформа, расписали, показали стратегию, что мы хотим, как мы видим развитие экономики в Украине. И МВФ бы сказал бы нам, окей, ну это ваше, пожалуйста, да, пожалуйста. Мы вам только даем финансирование. А условия прописываем мы. То есть это не желание или некомпетентность? Нет, это, смотри, я считаю, что это наш экономический блок, это люди, которые работают против нашей страны. То есть я не могу сказать, что это агенты влияния так, вражеских каких-то спецслужб, я не знаю, это должна наша разведка военная и СБУ проверить их, но по их действиям можно судить так, что они работают против нашей страны и наших людей. Потому что они принимают решения абсолютно нелогичные и решения, которые вредят стране в военное время. То есть они принимают мародерские какие-то вещи, а за такое когда-то во Вторую мировую войну за такое людей расстреливали, понимаешь? А у нас даже эти люди не сидят в тюрьме, против них не ведется никакое следствие, и за эти законы голосуются. Это, ну, как бы означает, что есть какой-то лоббизм, да, и есть какая-то определенная сила, которая работает абсолютно против всех нас.